Депутаты облдумы снова перекраивают областную казну. На заседании речь шла об изменениях в бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Коррективы вызваны новыми федеральными поступлениями. Теперь основные характеристики выглядят следующим образом. Доходы увеличиваются более чем на 73 миллиона рублей. Расходы сокращаются на 136 миллионов. И на 209 миллионов снижается дефицит. Проект закона предусматривает изменения в структуре источников внутреннего финансирования дефицита. Увеличен объем бюджетных кредитов из федерального бюджета на 2,2 миллиарда рублей на замещение рыночных заимствований с одновременным сокращением кредитов от кредитных организаций в сумме 2,4 миллиарда, и в том числе 209,7 миллиона рублей в связи с необходимостью досрочного погашения кредитов в банках в целях достижения показателя доли объема долговых обязательств к общему объему доходов областного бюджета.